Ребят, всем привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли, добро пожаловать в наши ежедневные видосы, ставьте лайкос авансом прямо сейчас, и мы начинаем. И сейчас я держу путь в Буз Моторс, встречусь с ребятами, поговорю с ними, посмотрим мой гараж и кое-какие ништяки, которые я недавно забрал. Серега, привет. Здравствуйте. Расскажи пару слов, какие у тебя изменения, как сборка нового двигателя, или может быть что поинтереснее произошло? Произошли маленькие изменения в моих планах на вот данный экземпляр. Дорогому подписчику очередной респект, который задонатил мне денежки на мотор. Посмотрел типа мотор, там все дела и так далее. Думаю, зайду на Авито, посмотрю, может что-нибудь там по машинам продается. Ну вот, захожу на Авито, я смотрю, там, ну там жиги там стоят на шестнарях. Ну, понятно, с ржавым кузовом, то, что мне как раз подходит. Шестнари, там все дела там стоят, там по 80, по 90 тысяч. Ну, типа, я добавлю, типа, денег, куплю жигу там на металл, там, или там что-то это, еще можно с нее что-то распродать. Ну, реально это будет выгоднее, это будет уже болтом, ты, типа... Типа перекинешь? Ставил, да, перекинул и так далее. Ну, понятно, что ты можешь втухнуть на то, что мотор там как собран и так далее. Но это мы, конечно же, любим. А просто покупать, типа, мотор 1,7 Нива стоит там в районе там 25, я смотрел, тысяч. Это получается там еще какие-то генераторы, там надо еще что-то и так далее. Короче, 25, я плюс его еще там разберу, еще что-нибудь. Короче, это выйдет там... 70 тысяч, 100%. Сижу, разговариваю, типа, с дружбаном, с Владимиром, настройщиком. Такой, да, привет, слушай, вот, короче, мне задонатили деньги, все дела и так далее. Вот я говорю, легче, думаю, жигу куплю. Он такой говорит, так забирай мою. Я такой, интересненько. Вот, и самое главное, какой у него цвет. Блин, внимательные, наверное, знают мой любимый цвет автомобилей. Напишите в комментах, какой у Сереги любимый цвет. Да, да. Вот, у меня такого цвета все автомобили, кроме BMW. Вот. Но это тоже надо поправить. Мы с ним договорились о цене, все дела. Я такой думаю, типа, ну, поговорил с парнями, поскольку это все-таки подарок. Сами. Парни старались, дарили. Вот, и что-то по ней сделано. Ну, как что-то? Сделан полный зимний спек. Это заварка, ручник, хардис, ковш серый мне подарил, там, проставки. Выворот. Там, выворот, да, красноярский. Ну, короче, она полностью готова. Я рассказал, да, что там настроить карбюратор, там есть к нему вопросы, ну, я все рассказал. Как бы. Ну, там, дворники, короче, по мелочи, вот, я это все сделал, пофиксил. В итоге ты ее выложил в продажу, да, в сторис? Да, перепрыгнул чуть-чуть, пообщался, типа, с парнями. Мы дали добро. Да. Ну, что нет? Парни, ну, легче ее продать и, как бы, купить готовую машину уже полностью. Которую предложили. Да, которую предложил Владимир. Она на спеке, типа, там, перечисляет, там, шестнарь. Клаб-турбо, колесах там все у нее там есть, там полуковш, ручник, короче, она полностью готова по всем спекам, по зимним, которые нам подходят для Санкт-Петербурга там, и по мощности, и по всему остальному. Ну и следствие думать об этом, ну, как бы, не пришлось, потому что собирать эту, это тоже время, там, деньги и так далее, поэтому лучше купить готовый экземпляр. И уже кататься на ней. В итоге ты эту. Так, Серега просто долго будет рассказывать. В итоге он это выкладывает в сторис на следующий день, пишет подписчик и говорит, что забирает. Еще дает несколько работ, чтобы прям сразу здесь в Буз Моторсе с ней провели некоторые работы. Ковш Серега сразу сказал, что он снимает, потому что это подарок. Отгадайте, чей. Он поставит в новую жигу этот ковш, потому что он ему очень нравится. Здесь он просто накинул стоковую сидушку. Кстати, заварил ту дырку. Да, я заварил ту дырку, поставил сток сидения, поставил сток руль, ну, чтобы ее поставить на учет. Короче, она продана. Новая жига Серегина была куплена очень по низкой цене. Серега не хочет говорить цену, я скажу вам так. Это он продал за 65, он ее выставил за 65. Грубо говоря, добавил то, что ему задонатили, и приобрел новую жигу. Да, давайте так. И она у него получилась на всех спеках. Владимир, наш настройщик с Буз Моторс, иногда здесь появляется. Он на ней практически не катался, то есть он из тех людей, кто ее полностью построил, обслужил, подготовил, но так и не катался. И предложил Сереге, конечно же, Серега этот вариант, не думая, забрал. Скоро ее привезет, и мы посмотрим и на цвет. Вы напишите в комментариях, какой его любимый цвет. И посмотрим вообще, что за жига.
приобретение новое. И Серега будет наконец-то с нами катать. Просто на шестнарях. Короче, я готов официально заявить. Официально? Официально. Давай официально. 100% то, что зимой нужно кататься. Все. Короче, 100% надо... Все, заканчиваем видеоблог. Да, потому что зимой реально там скилл нарабатывается очень сильно, потому что я вижу по людям, что творится. Что с ними происходит, да? Насколько скилл просто вот геометрической прогрессии, просто после зимы они садятся в летнюю машину и просто сразу... Наконец-то, Серега, ты это понял, это радует. Ну а Серегина жига вообще нормальная. Она, самое главное, она по всем самым значимым элементам кузова прочная. Ну, то есть под днищу, под там, стаканом и так далее. Здесь, конечно, там есть пару вмятин. Ну, она уже, короче, продана, все. Будет радовать нового владельца. Зацените, что приехало. Арахис в глазури со вкусом 4 сыра. Серега, давай пожрем. Опа-на. Вот это арахис в глазури 4 сыра. Хороший. Приехала подвеска на SX. Самый жирный кит выворота от AIM Parts. Полный кит передней подвески. Вместе вот с этим мощным рычагом. Серег, когда ставить будем? SX-а? Да, SX-а. А когда ремонт там закончится? Да ремонт вообще, видишь, стараются, заканчивают. Весь пол сняли, подготавливают сейчас. Будет завтра малярка. Опа-на. Я им сказал, говорю, когда покрасите, я сюда лавр закатываю, мотор снимаю. Неплохое изделие, выглядит ничего так. Это, короче, нижний рычаг S-шасси, так называемый, который соединен вместе с теншеном. Вот как бы теншен, вот он сразу. Он идет такой, типа серпом, чтобы колесо не задевало его. Здесь куча настроек, я так понимаю. Вот здесь всякие. Все на ШС-ах. А вот это специально на стоковой шаровой, чтобы это все было пригодно. Шаровая не разработана. Не, надо будет разработать, наверное. Ограничитель есть. Ну, прикольно выглядит. Не тяжелый, кстати. Так, кулаки. Кулаки. Это, кстати, уже дрифтовые, серьезные. У Гоши стритовые. Тоже от AIM Parts. Версия стрит. А это версия про дрифт, чувак. Про дрифт спек, да. Знаешь, для кого? Для Сергея Стилова. Чтобы он побеждал, тумбу занимал. А чтобы бусты меняли, если что сломалось. Не будем ничего менять. Если что погнулось. О, кстати, интересно, а какую они ступицу? Это важно. Да, хороший вопрос. Это мы, кстати, не уточняли. Ну ладно. Слушай, ну выглядит прикольно. Выглядит очень хорошо. Добротно. Увесистые. Довольно-таки. Все покрашено. Хочу заметить. Я представляю, как приятно прикручивать вот это все новое. Нет, ты не представляешь. Чего? Я представляю. Сейчас же до того дойдет, что я сам буду строить SX. Ой. Так, значит, это у нас опоры. Точнее, опоры со смещением. Устанавливается она в сток-чашку. И у нас идет смещение стойки для того, чтобы расширить базу грамотно. Чтобы стойка у нас не заваливалась вот так сразу, а стойка, получается, перемещается. Так как вот этот рычаг, он увеличивает колею, по-моему, там на 4 сантима. Короче, по технологиям Вайсфаба. Это баферы. Баферы? Блин, а тут крутится во все стороны все. Странно, реально пластиковая? Реально пластиковая. Короче, да, тут регулировочек нормально так, можно будет покрутить. Я надеюсь, что мы как-нибудь построим тачку, поедем на автодром, возьмем колес, возьмем Гошана, все вместе поедем и будем крутить подвеску. Это просто мечта. Как профессионалы? Может, как любители. Так, ну здесь второй комплект этого всего. Соответственно, в комплекте у нас идет тяга и рулевой наконечник. Вот он. Тяга и рулевой наконечник, они стоковые. Мне прислали номер. Мы закажем в ZIP себе таких же. Здесь сразу идут, кстати, вот эти вот в рейку. Спейсер или как это назвать. Удлинители. Крепление рулевой рейки версия 2. Стоп, а где подрамник? Он у меня в гараже, он давно у меня уже. SX, G. Скоро стопудово поедет. Ну ладно. Уже почти готовый он. Почти готовый, а как и этот гараж? Да. Мне кажется, гараж уже строится год, наверное. Зато какой хороший комплект, Гошану не показывать. Да ладно, шучу.
Можно и показать. Можно и показать. Вот еще бы очень хотелось бы спортивный стабилизатор от Аймпарца. А, который не задевает, наверное. Да, который не задевает колесо. И поддон. Джейзета. Серег, говорят, регистры не очень. Я в комментах читал. Ну там в комментах писали. А, ну так это, пусть приезжают, покажут, что топ. Не, ну алюминий понятно, что топ, просто он дороже выходит в разы. Самый топ это алюминий, да. Но он очень дорого. А следующее это регистры, самый топ. Все. Тем более для гараж. Все, вопрос закрыт. Да, тут даже больше труба, чем у нас. У нас 76-я, тут 89-я, это тоже, кстати, хорошо вообще. Ну, они, кстати, вообще большие, вроде как. Ну, да. Я думаю, будет отапливаться нормально, да. не замерзнем. В нашем неутепленном гараже. Чувак, он и так вышел из-под бюджета. Вообще. Ну я такой, да, там в 300 надо уложиться. В 200, по-моему. В 200 я хотел там уложиться, ну да. Ладно, зато красота. Чего стоит только лестница? Лестница. Вон, лестница лютая. Здесь у нас уже склад. Не-не, склад, ладно, наверху. Здесь лавр. Здесь SX. Где геттер, где слива? Да. Жига. А, жига, я знаю, жига здесь. Нет, вот у порога. Жига там, ГТР на паркинге. Слива тоже должна на паркинге, потому что зима. Ладно, все. Хорошо. Нужно кое-что распаковать, посмотреть. Не хотелось, конечно, пачкать, но придется. Пачкать? А что? Ну да, тут пыльно. Там твой автопортрет. Автопортрет. Где ты стоишь такой рядом с конем. В старом стиле. Опа-на. Явно другой стороной, да? Да, чувак. Ребят, подписчик прислал. Размер 150 на 80. Steel of Daily написано. Люто, по-моему. Можно и домой такую повесить. Можно, нужно. Вообще, типа, для гаража. Да, круто выглядит. Так, вот, нарисовал нам ее Дмитрий Пирог, написал. Вот у него стиль вообще везде. Очень круто делает. Спасибо тебе, Дим, вообще нереально. Он сказал, что Серег, повесь в гараже. Мы ее обязательно повесим где-нибудь в гараже. Меня Ксюша показывала, такая, давай лучше дома. Привет, старую идею. Не запылиться, Серег? Не, 100% нет. 100%. Не хотелось бы, чтобы запылилось. На холсте, ребят. А, кстати, есть же рилс, как он ее рисовал. Видишь, и баллончиками. И потом еще кисточкой я видел. Вот так вот. Опа. Пошла была. Вот так, Серега. Прикольно. Так что принимаем ваш арт. Ребят, спасибо, что делаете, это приятно. Присылайте картины, NFT-шки. Я так подумал, что на ливрею потянет. Тут туда, в принципе. А, кстати, да, мы же еще хотели расписать каллиграфии какие-то части гаража. У меня есть художники, ребята придут, ворвутся. Выделю несколько уголков. Надеюсь, недолго рисовать будешь. Чувак, ну нет, вот все закончим, и я думаю, ворвутся за пару дней, все сделаем. Чтобы вообще был стиль полный. Чтобы тут ты работал, Серег, как в музее. Ты такой, блин, это нельзя, аккуратно. Да, я понял. Там, не дай бог, выхлоп, знаешь, что-нибудь стрельнет. Да, я понял. По спортивным канонам. Да. Когда приезжает сюда лава. Да. Он сюда не заезжает, пока мы его не отмоем. Конечно, чувак, конечно. Мойка с днищем совсем. Все, да, да, да. Козлы моем, потом только сюда. Да, вот там вот моем. Да, где же Жига стоит? Ну да, слушай, здесь столько уже арт-объектов. Нет, самое крутое, конечно, в гараже, что здесь можно наконец-то уже стационарно повесить тачку и ее делать. Ну, в тепле все будет, инструмент, все прям. Свет вон качественный. Так, ладно, картину мы сейчас, конечно же, уберем, потому что завтра будут краситься стены. Нам как бы не надо ничего добавлять сюда, здесь все и так отлично. Да. Георгий, ценитель современного искусства. Да, вижу, что это какая-то... Спрессия. Хай-тек, поп-арт, все. Что еще знаешь? Ну, это не барокко. Барокко это, наверное, да. Для тебя, а вот как тебе такое барокко внизу? Ну, да, только нужно еще это уметь настраивать, наверное. Ну, это как мы... это будет рулиться? Это мы точно не умеем. Чувак, это будет хорошо рулиться, я уверен. Самое это потому что версия про дрифт. Как я понимаю, если это импарт, да. У меня тогда вопросов нет. А это импарт. Ну, все. Не успел примчать на автодром,
как встретил вот такую крутую Toyota Carina, 3SGE мотор. Сейчас на ней прокатился, понравилось. У нее перед подвеска от Сильвии. Зад, кстати, тоже подвеска от Сильвии, с учетом того, что там по стоку вообще все не так. Туда приделали подрамник от Сильвии. Сделали крепление, да? А, нет, сделали такую прям силовую хрень. Ну, нет, там это распорка. И... Не, я вижу, вот, вот это. Да-да. Ну, здесь, короче, у меня Королла есть, но как там профи. Все очень красиво сделано. Прям с нуля, прям все красиво. А здесь так, знаешь, оно работает? Работает. Да, в смысле так себе сделано? Не, нормально работает. Силовые шестнари по соседству. На турбинке тут на всех делах. Опасно. Так, а мы продолжаем кататься на Карине. Владелец Саша попросил посмотреть, как он дрифтит, что-нибудь подсказать. Я, оказывается, приехал под конец тренировки. Ее сейчас чуть сместили, потому что темнеет рано. Понравилась мне Toyota Carina. Реально прикольная тачка. Не ожидал, что она так рулится. Ну, потому что Nissan на подвеске, конечно же, от Сильвии, сами понимаете. Но, тем не менее, здесь все сделано грамотно. Кулаки здесь переварены сошкой просто. Выворота, конечно, не очень много. Не как на тюнинном кулаке. Но, в целом, нормально. Привыкаешь за буквально там 2-3 проезда. Привыкаешь. Мощности Атма мотора с пробитым коллектором по мокрому вполне хватает на узких шинах полустертых. В салоне очень аккуратно тут все сделано. Реально салон гипераккуратный. Зацените вот эти вот коврики японские, полуковши Рикара. Полуковши, кстати, похожи как от какого-нибудь гольфа GTI. Не знаешь, от чего ковши, Сань? То есть это же, наверное, такие же ковши, которые ставились в эти гольфы, в ваги. Но это Рикара оригинальная. А, в гольфы, да? Я и говорю, похоже на гольфовские ковши. В Германии сделано, изначально это сидушка с Сурпа 130-го. Ну, я понял. Из этого, с джипа. А, понял. Руль Нарди, Арига, ручник и К4. Че еще вижу, тахометр тут сигнализирует нам, что мы в отсечке едем. Ну, кстати, по той большой дуге мы ехали 96 по спидометру. Вообще нормально. Диски, Japan. Тут вот пацаны с ними тут разговариваю. Вот двоечка, которая на конкурсе. Я ее там и в телеге рекламировал, и в инсте. Купил на нее лично 2 билета, еще до рекламы, честно. Но там у них участников сейчас не очень много, там 500 человек, что ли, уже. Она, кстати, вся реально нализанная. Но, кстати, из косяков арки вот такие тут. Не знаю, это косяк, не косяк. Я косяки ищу на вашей тачке. Серега, иди. Ладно. А вот еще у них боевая единица.
Вот здесь можешь поискать. Да здесь нет косяков, кстати, вообще ни одного. А вот здесь зеркало. Я, к сожалению, не успел прокатиться на двойке. Я хотел на двойке прокатиться, так сказать, за тест-драйвить. Вдруг выиграю. Так, немного по гаражу. Сегодня в один слой покрасили вот эту часть. Видите, она стала серой, она была белая. Завтра еще положат второй слой. Ну и здесь тоже нанесли второй слой. Завтра еще тоже будут подкрашивать всякие моменты. Типа вот там вот черное есть что-то. Вот здесь подкрасят. Вот здесь подкрасят. Вот здесь. Ну и, конечно же, потом покрасят ворота. Ребят, вот такой вышел у нас ролик. Познавательный. Спасибо большое, что вы посмотрели. Подписывайтесь обязательно в телеграм-канал мой. Я не зря оставляю все время вот этот QR-код. Сканируйте его прямо сейчас своей камерой мобильного телефона и переходите сразу в мою оригинальную группу Keep It Street, она называется. Это мой оригинальный, единственный канал в телеграме. Все остальные фейк. Я знаю, что там много есть каналов типа а-ля Steel of Day или Steel of все такое. И там даже есть подписчики. Это все фейки. Мой оригинальный канал только по вот этому QR-коду, и он называется Keep It Street, и там 40 плюс тысяч подписчиков. Поэтому от всех неоригинальных отписывайтесь нафиг, зачем вообще там быть, и переходите в мой оригинальный, там мы и общаемся, там все свежие новости, там все самый весь сок, кайф, все сливки, все там. Поэтому подписывайтесь, буду рад вашей подписке, вашему присутствию. Ну и ролик подходит к концу. Спасибо большое, что вы посмотрели. С вами был Серега Стилов. Стройте тачки, тренируйтесь. И до новых встреч.